Берем банку. Нам нужно взять вату. Немножко. Придадим ей форму мягкого облачка. Теперь берем глицерин. Такая вязкая жидкость, которая поможет нашему космосу плавно перетекать. Если есть блестки, можно туда добавить их. У меня желтые были блестки. Так, теперь добавляем краситель. Я взяла синий. Чуть-чуть. Чуть-чуть зеленого. Зеленый. И немножко еще блесток у меня есть. Разные всякие блестяшки, которые нашла дома. Это будут наши звездочки. Теперь наливаем воду. Высыпаю блестки, это водички мало, сейчас добавим. Красота. И закрываем крышкой и сразу высыпаем наши блестки.